успел я, друзья, выйти из машины, а уже пахнет рыбкой, причем жареной. Это потому, что тут не только магазин, но и ресторашечка рядом тоже есть. Там и рыбка, и пивко. Все как положено, все как у людей. В общем, сейчас посмотрим. Вот он, этот магазин. Мы туда идем. Вот какие, Свет, как называются вот эти животные? Лобстеры. У нас они называются лобстерами. Ну что, друзья, смотрим и облизываемся. Смотрите, это тунец, красненький такой тунец. Это осетр. Свет, не кажется тебе, что для осетра немножко дороговато? Или, может быть, он слишком свежий какой-то? Ну, это дороже цена, чем в китайском. Да, в китайских магазинах там за десяточку, да? Да. Так, ну что же. Да, почем тут, почем салмон, я не знаю. Это уже филе. Это филе, да, это филе. Это, значит, всякие ракушки, не знаю, что они тут делают. Это для красоты, видимо. Там сибас лежит, маленький кусочек. Так. Так. Это что такое? Рыба-меч. О, рыба-меч. 14,99. Так. Эскалопы вот тут 28. Видите? Хлебушек, лимончики, вина. Я, друзья, попросил Света встать рядом, чтобы вы видели масштаб этой рыбки. Дай пройти там, парни. Масштаб рыбки, ничего себе. Is it local? No, this is actually Alaska. Alaska. From Alaska. Okay. Local, I only got the flake. Okay. But this is wild cod, though. It's wild. It's not farmed. So no, not farmed. Yeah, we don't have the farm one. It's farmed. Аляскинские, друзья, дела. Здоровенные морды. Но они дикие. Они дикие. Света говорит, вы мне отрежьте кусочек, говорит. То есть они могут прям взять, порезать эту рыбку. Видите, вот они лежат, и от них там прям отрезают. Вот, видите, он говорит, вот сейчас отрежем. Тут какие-то кости, я даже не знаю, что это. Кости, головы, хвосты. Я даже не знаю, для чего это нужно. Света, а для чего это? А вот килька, слушай, прям натуральная килька. Не знаю, а вот для кота, наверное. Нет, а вот что с килькой? Говорят, что полезно маленькую рыбку кушать. Нет, она... но полезно есть небольшую рыбу из северных морей. А килька, вот килька, я не знаю, откуда берется. Может, нам ее корюшку вот. Вот спроси, нет, кильку мы коптить не будем. Это камбала, наверное, да, смотри. Вот это соул. Вот это вот камбала, вот. Соул. Где соул? Называется соул. Ну так камбала есть. Хоть как назови, друзья. Хоть ее как назови, она была камбала и остается ей. Вот нам отрезали. Так, Света говорит, давай теперь почистим. Good one. You want me to take a lobster for you? No, it's okay. Okay. То, что мы видим здесь, я бы назвал какой-то кулинарией, да, Света? Это люди берут и тут кушают. А, прям на улице слово. Вот они, устрицы какие. Да. Вот, взял устрицу. И прям тут же и слопал. По $3. У меня нет карточки. А, по $2. Слышишь, Свет? Да. Устрица вообще по $2. Это очень дешево. Карточку дай. Это кальмары. По $7 чищенные. Так, ну вот. Вот эти вот, надо сказать, на любителя. Но они мешками продаются. Я, правда, не вижу, почем мешок. Нам хотели подарить коробку с клубникой просто так, а Света отказалась. Почему ты, Света, отказалась? Да потому что нам не положено кушать клубнику, и тем более такое большое поделение. То есть мы, потому что нам для здоровья лучше ее не есть.